не изменял когда-нибудь? Дед, как энергия. Я все трачу на тебя. А если я буду тратить все на других, то все равно. Я тебя люблю. Телефон стал для души резервным хранилищем. В нем самые яркие наши воспоминания. Счастье есть! Слава! Мы храним свой смех в фотографиях и минуты счастья в видео. Я уже смотрю эти. В чатах признания в любви, снимки соблазнов и свидетельства грехов. Такое время. Пап, я ей сделал предложение. Когда родится ребенок, я хочу, чтобы он знал. У него была не только мать, но и отец, и они хотели пожениться. Что значит «был»? Телефон – это и есть ты. Весь собачий заграм. Качество какой Эскобара. Тот, кто получит твой телефон, станет тобой. Когда заметят, будет уже слишком поздно. Для всех. Серёга, не помнишь меня? Вы меня подбросили там, когда мы шли! Ты меня 7 лет назад на зону отправил. Еще 7 лет хочешь? Да! Да! Посмотри на меня, поговори со мной! Да! Ты охренел? Ты где там вообще? Я там наверху, в тебя играю. Уже забыл, где ты кончаешься, где начинаешь я. Петь, пожалуйста, что там опять с тобой? Хотел бы я спасти тебя и ее. Я бы хотел себя спасти. При выезде тебя в базе ФСБ просто не найдут. Можно только одного кого-то. Через 3 часа, если товар не будет. Ее папа не генерал. Всем пока. Картинки, видео, текст. Я выбираю ее.